Друзья, всем привет! Сегодня будем делать домашнюю маску, которая подтягивает очень хорошо кожу и нисколько не хуже, чем дорогие процедуры в салоне. Нам для этого понадобится спелый банан и крахмал. Крахмал у меня картофельный. Прежде чем начать это видео, я хочу вас познакомить с одним интересным продуктом, с одним интересным средством, которое я недавно использовала. Получилось так, что я неправильно спала. И на утро встала, у меня, вы знаете, шея не поворачивается. Я не знаю, может быть, вы сталкивались с такими проблемами, просто как бы затекла, что ли. И пришла на работу вся вот такая вот, знаете. И женщина с работы мне говорит, я, говорит, пользовалась одним средством, называется тигровый бальзам. И на следующий день она мне его принесла. И вы знаете, это, наверное, чудо. Сейчас я расскажу, что это такое, зачем это нужно и как оно спасает. Бальзам идет в такой коробочке, очень хорошо открывается. Вы знаете, он похож на бальзам-звездочку, просто удобнее открывается, так как вот у него, видите, вот так вот есть сечение. Здесь есть подробная инструкция, как наносить, куда наносить. Это также и от насморка, и от боли, от растяжения, от всего-всего здесь написано. В шее, там, ну, мышцах, насморк, там, усталость, перенапряжение. И просто нужно будет нанести, сделать массаж, как я уже сказала. Такое вот получается разогревание. И потом все это проходит. Так что, если вообще вас беспокоит боль, или просто приобретите, положите, пригодится в любом случае. Срок годности у него большой, так что я думаю, что не помешает. Бальзам такого белого цвета, ну, довольно-таки он мягкий. При соприкосновении с кожей очень быстро как бы тает, получается, и вот вы делаете массаж, как я делала на шею, тело так разогревается, мышцы разогреваются, быстро впитывается, и боль быстренько проходит. Я возьму половинку банана. Разминаем банан вилкой. Добавляем одну чайную ложку крахмала. Все тщательно перемешиваем. И масочка у нас готова. Наносить эту маску для подтяжки кожи нужно на лицо, шею, также можно на грудь. Примерно на полчаса. Масочка подсыхает на коже и стягивает ее. После этого смываем водой. И я наношу хороший крем, ну, с которым я часто пользуюсь. Вот такой простой, нежный и легкий рецепт домашней маски поможет подтянуть кожу и сделать ее более упругой. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам быть красивыми, счастливыми, радоваться жизни. Если у вас есть какие-то советы или вы пробовали эту маску, может быть, как-то ее разнообразили, то напишите, пожалуйста, под видео. Всем пока-пока, до следующих встреч!